Известная актриса сравнила Брэда Питта и Бена Аффлека в постели. Интимные подробности перестали быть секретом. Миллионы женщин обожают голливудских красавцев Брэда Питта и Бена Аффлека, однако о романтических отношениях с ними остается только мечтать. Но есть одна актриса, крутившая роман с обоими мужчинами сразу. Она-то и выдала о них всю правду. Гвинет Пэлтроу дала откровенное интервью, в котором рассказала об интиме с экс-супругом Анджелины Джоли и новоиспеченным мужем Дженнифер Лопес. По ее признанию, оба они прекрасные любовники, но отличия все же есть. Романы с Питтом и Аффлеком артистка крутила в далекие 90-е, но до сих пор помнит эти отношения. И все-таки один перещеголял другого в постели у Пэлтроу. Бен технически более подкован, зато Брэд романтик, а целуются они оба отлично, рассказала Гвинет в подкасте Call Her Daddy. А вам кто больше нравится, Брэд или Бен?